У меня чистые. Семерочка. Это кто? Это за мной? Открывайте, Ниночки. Это Йорк последний. Еще один? Последний самый. Ай. Ты новенький? Ты сладкий? Отю, отю, да, да. Ты лизун, что ли? Кусочка. Алло. Красавец. Красоточка, да? Красоточка, да? Красоточка. Подожди, сейчас сканирую вот так вот. Мне очень нравится такой кадр. Мась! Ага, классный. Ты классный! Ты такой классный! Ты Юречка, да? Зайка. Зайка-бабайка. И зайка. Тоже свистела. Да. Пока в домик. Сейчас это у Нади возьмешь, а Надя белого возьмет. Лёсочка. Роза, где твоя мама? Где твоя мама? Поцелуй маму. Это все сразу неинтересно стало. Мама тебя поцелует. Она за это. Ее надо в домик, да? Да, в домик. И на вилке забираем. Она как же трудно быть Йорком? Как трудно быть Йорком? Я слышу, это не я говорила, а Надя. Чего я говорила? Слово на букву Г. Ой, какое красивое. Для Герди оранжевый бант. Какой бант вообще. Все, Герда уже готова? Да, конечно. Нет, еще. Только пока бант. Жень, ты видишь, ой, красивая. Герда принцесса.
Планировал полгода назад бросить курить. Когда не был такой. Ты красиво знаешь. Походу мы спали все вместе. Ты какая-то это фантазер. Я тебя называла. Ну придумываешь сама себе, сама в это и веришь потом. Потом я еще помню кто-то. Так, кто такая красивая штучка. Я хотел купить дачу. Толя, как меня поцелуй? Гердочка, поцелуй меня. Поцелуй Гердочка, меня. Мама твоя пришла. Учелюй, милая, хорошая. Вы ее тогда целуете. Учелюй. Хорошая девочка, поцелуй. Сладкая. Все, поцелуй. Ну, моя хорошая.